На форуме в Сочи собрались ведущие представители молочного рынка со всей России, союзных государств. География конференции с каждым годом расширяется. Так, например, впервые на форум в этом году приехала Молдова. Представители сельхозпредприятий, племзаводов, молочных и сыродельных комбинатов собираются вместе, чтобы обсудить общие проблемы, в том числе содержание, кормление, заболеваний дойного стада и поставки высококачественного молока сырья на предприятия молочной промышленности. Перед Минсельхозом России стоит задача дальнейшего стимулирования привлечения инвестиций в молочное скотоводство и создания как крупных высокотехнологичных предприятий, так и средних мелкотоварных предприятий, ферм с использованием современных технологий содержания и кормления стада. На форуме отметили, что молочная отрасль – это приоритетное направление в нашей стране, поэтому оно активно поддерживается государством, и уровень господдержки в этом году остается на уровне прошлого года. Форум будет работать в Сочи 3 дня. Как отметили его участники, ежегодная конференция стала эффективной площадкой для диалога науки, бизнеса и государства.